Для удобства жителей в Московской области активно развиваются дистанционные форматы обслуживания, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Один из таких сервисов – «Умная платежка». Сегодня у него уже более 1,5 миллиона онлайн-пользователей. Приложение не только удобно, но и выгодно, так как исключает банковскую комиссию. Количество коммунальных бонусов, полученных в Подмосковье за оплату ЖКУ через мобильное приложение «Умная платежка», приближается к 300 тысячам.